Добрый день, дорогие друзья. Берег места отдыха у спасателей Малибу. Мы сейчас находимся в гостях и вот такую картину наблюдаем. Привет, привет, привет. Привет. Куда ты меня снимаешь? Походу нет. Хорошо взял и сошел, да, тут же? Ну да ладно, запрестишь, я думаю, и карпа, и сама простишь. Так, что сейчас, вот на данный момент у нас по улову, по настроению, по рыбалке? Все отлично. Понятно, по улову. И по улову тоже не жалуемся. Он спрашивает поточнее. Конкретику можно внести? Да, сейчас, секунду. Пойди внеси конкретику. Кажется, здесь грех вообще. А вот это вот у нас красава. Вообще прям более чем серьезная. Да. В двух словах, что работает, что не работает. По дистанциям, по наживке, по прикормке. Только не говорите, что мы, блин, отдыхаем и от вольного кидаем. А, да. Куда попадет? Куда попадет? 20 метров. Так, ну давайте до вечера, когда вы хоть как-то сформулировать сможете свои мысли. Может, это он, я не знаю, как он ее ловит. Ну что ж, хорошего отдыха, не хвастай ничего. Спасибо большое.